вот с вами голая правда. Сегодня мы поговорим о том, чего мужчины и женщины ждут от своих отношений. Я взял несколько брошюр. Умная женщина, глупый выбор. Мужчины, любящие женщин, ненавидящих их. И женщины, ненавидящие мужчин, любивших женщин, ненавидящих их. Каково? Миллиарды и миллиарды тратятся на психологическую бредятину. Послушайте, дамы, я скажу это только раз. И это всего-то три слова. Ха-ха. Мы очень просты. Не поддаемся дрессировке. Вздор про мужиков с Марса. Потеря вашего времени и денег. Хотите остаться одинокой? Ваше право. Читайте макулатуру. Но если нужны отношения, то вот единственный путь к ним. Забирайтесь на тренажеры. Худеете. Займитесь собой, заодно прикупите сексуальное бельишко. Ведь сущности всех нас интересуют лишь формы. Никто не влюбится с первого взгляда в вашу личность. Мы влюбляемся в ваши сиськи и задницу. И остаемся рядом, если вы не против экспериментов. Хотите нас завоевать? Не надо 10 шагов. Одного хватит. Обойдемся минетом.